В этот игровой час мы встречаемся через вас. С вами я, товарищ Тихий, и сегодня со мной будет играть в стендофф мой блогер коллега, а именно Богдан Холст. Его на его канал, но я поставлю только один. А именно его второй канал. Вот тут я сейчас могу запутаться, потому что какой из его двух каналов. Как это сказать-то? В общем, не важно. Вот, как мы видим, он сейчас сам в игре. Давайте ему напишем. Привет. Сейчас он нам точно ответит. Если что, не обращайте внимания на то, что там не пишут. Телегами. Там. В общем, не важно. Так, в игре. Пригласить в лобби, что ли? Ну, я думаю, он не откажет. Ага, всем привет. Ну, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Богдан Холст. Насколько я понял, он подключился, отлично. Начнем тогда, Богдан Холст. Заходи в закладку бомбы. Бомбы. Вот. Сейчас он точно зайдет. Либо я, либо он. Ждем. Так ты же создатель лобби. А, ой. Выйти тогда. Он сам создает. Создавай давай. Приглашает. Да, вот, все, заходи. Заходим в закладку бомбы. Вот, все. Сейчас будем с ним играть, как говорится. Мы второй раз это снимаем. И мы второй раз спецназ. Берем самое лучшее. А, это всего лишь разминка. Получается, просто ходить будем. А, нет, не будем ходить. Так, надо посередине вставить, чтобы, блин, видно было. Ну вот, я отвлекся на какого-то челика. Давайте посередине поставим. Вот тут меня точно никто не увидит. Богдана Холста кто-то победил. Какой-то негодяй. Ну и я как всегда, да? Я как всегда тусуюсь. А, всё. Беру вот этот пистолет. Я не знаю, почему я его. Пойду-ка по другому направлению, только сначала. Нет, вот тут меня не видно. Так, Богдана победили, слава. Нет, я один остался, мне камздец сейчас. Мне конец. Да. Блин, они победили. Богдан, прости, если чё, что я проиграл. Здесь ты меня сердишься. Вот это беру, вот это. Ну и это. Ладно. Пойду хоть в безопасное место. Так. Так. Надо просто быть с любой стороны. Так, смотрим по карте, все в порядке. Так, предлагаю не задерживаться. Ага, вот там идут. Так, трое людей осталось, спецназ проигрывает. Так,
Я ж... Но я был рядом, я мог в него просто спокойно врезать, его победить, и Богдан, если ты это видел, давайте посмотрим его реакцию. Ну, надеюсь, вы уже постояли. Богдан, хэштег Богдан Пусти. Я радуюсь тому, что я проигрываю. Да, блин, я опять отвлекся. Ладно. Беру что-то вот это. И гранаты все-таки надо взять. Богдан на этот раз не лоханись так же, как и я. Лоханусь, а то опять. Так, идем. Угу, человек в бомбе. На этот раз надо опять спрятаться. Здесь точно никто не догадается, надеюсь. На этот раз надо... Богдана опять победили. Да блин, как ты меня заметил? Как ты меня заметил? Сейчас надо опять продержаться. Ему надо продержаться. Где? Молодец, братан, молодец. Так, продолжаем. Так, это возьму. Это я не буду брать, это меня подвело. Братан, ты хотя с нами играешь? Да, с нами. Какой-то человек стоит. Да блин. Ладно, возьму этот. Они уже ушли. Все либо за мной пошли. Кто за мной, кстати, идут? Кто эти люди? Это, ага. Их и так. Так, угу. Одного уже победили. Так. Надо помочь. Блин, я ж не могу. Блин, я этого ловушку победил, нафиг. Богдан остался. Богдан, давай. Мы в тебя верим. И я в тебя верю. Товарищ Тихий в вас верит. Information House в тебя верит. Да, мы верим тебе. Верим в твою победу, верим в твои успехи, да. Надеюсь, это все взаимно. Я опять отвлекся. На этот раз я пойду по другому пути. Пойду сюда. Теперь сюда. Хитага победили. Ладно, он обезвредил бомбу, но он... Хорошо. Так, беру это, беру автомат. Иду. Я буду действовать по старинке. Но этот раз я буду... Очень предельно осторожен, чтобы в мою сторону идут, но это наши, значит, все еще надо спрятаться здесь. Так, я вижу, там кто-то идет, значит, надо вот так сделать. Так.
Блин, меня опять этот чел победил. Блин, остался ты. Молодец. Я ни разу не победил. Надо догонять пацанов. Ладно, возьму вот это. Что-то мне подсказывает, что тот чел уже знает, что я все время здесь буду тусоваться. И так, это наш был. Значит, все спокойно. Я там, а не там. Кстати. Победу. Я все равно забываю про гранаты. Которые, кстати, могут помочь. Фига я какой бессмертный. Решил. Так, в эту сторону пойду. Так, я просто пустил. Я вообще в нашу свою же стреляю. Чё ты смотришь? Надо прятаться, а не тусоваться. Я один остался. На меня ж надеются. Блин. Профессионал, как видите, да? Профессионал своего дела, да? В следующий раз надо бомбу после, хорошо, кинуть и все. Он все-таки... Он в точке А поставил. Я такой иду один. Я вообще в ту сторону иду или нет? Я просто шел. Я опять ничего не использовал. Насколько я понял, мы сейчас будем друг против друга. И если это так, то пишите в комментариях, за кого вы. За меня, либо за Богдана. Что ж, я буду террористом. Давайте посмотрим, на что он способен.
Я думаю, Богдану легко меня будет найти, так как он меня знает, он смотрел мои видео по стендов, я тоже смотрю его видео по стендов. Играю им только мид. Блин, что такое мид? И мне надо бомбу вкладывать. Слушайте, так я тут могу без оружия быть. Смотрите. Я жду. Он победил. Ну ладно. Я уже понял, что ты не будешь проигрывать, Богдан. Ну я понял, что ты, Богдан, хочешь выиграть. Ты меня не увидел? Ну да, я тебя не увидел, я слепой, понимаешь? У меня проблемы со здоровьем, теперь я знаю. Он там где-то. Ну блин. Это все тупые сообщения с Телеграма. Я даже его не могу победить. Хотя нет, Богдан уже догадался, что я в эту точку иду. Пойду в точку А. Так его вроде нет. Да блин, мне не пистолет нужен, мне эта бомба нужна. Нет, тут сразу вот это надо брать. Так, нету. Крутится, вертится, шар голубой. Я опять. У меня все было, у меня все есть, у меня есть все. Бомба. Да куда это я, блин? Все. Ладно.
ладно, хотя бы одна победа. Угу. Богдан же не догадывается, что я где-то тут тусуюсь? Не, не догадывается. Так. Ну, вроде его здесь нет. Да, блин, Богдан, ты опять меня обнаружил. Ну ладно, мне одной победы хватит. Понятно, уже понятно, тут уже все понятно, все без оснований. Ну раз уж все понятно, то спасибо за внимание, хотя стоп. Я же даже бомбу не поставил. В любом случае. Ладно, Богдан. В любом случае, ты победил меня. Спасибо, что принял участие в моем ролике. С вами был я, товарищ Тихий, Богдан Холст. И всем пока.